третий раз идет в бой. Скажи, пожалуйста, в принципе, какое настроение, какие выводы вы сделали из первых матчей? Не, настроение хорошее. Будем побеждать, стараться. Все-таки стараемся, второй-третий раз заявляемся. Надо что показывать уже. То есть готовы выигрывать и побеждать однозначно? Ну да, будем стараться. Скажи, пожалуйста, вот команды, какие тебе больше всего нравятся? Из всех, которые здесь присутствуют у вас в группе, Dream Team, Добро, вместо Позняков будет другая команда. Ну, все знакомые команды, то есть играли с ним, можно играть Dream Team, играли не раз. Поздняки, ну кто будет вместо Поздняков? Ну, еще не знаю, то есть, ну, как бы это скажем, в ближайшее время. Ну, то есть, будем играть стараться, конечно. Как ты считаешь, группа А и группа Б сильнее, на твой взгляд? Думаю, Б все-таки сильнее. Б давно, а чем связано, ты думаешь, почему? Ну, Атлетика слышал, нормальная команда, а потом все через стрельцы, не знаю, что это, посмотрим, как они будут играть. Ну, Кастилья тоже неплохая. Ну, насколько ты можешь пообещать, что вот вы будете в полуфинале 100%? Нет, пообещать не буду, да, обещать, но будем стараться. И скажи, пожалуйста, вот если разбить ну, матч на 4 части, да, вот на 4-5 минутки, как думаешь, команда лучше всего себя покажет в какой 5 минутки? Во второй. Хорошо, вам удачи и всего хорошего. Спасибо. Банка будет играть с командой Окси в финале. Ну это я так вижу, это ваши мечты, да? Да, никогда бы не было. Ну, наверное, это больше всего, потому что команда Банка, ну, как бы, старший брат команды Окси, можно так сказать, да? Да. И как считаешь, на поле докажешь? Да, пару человек военных, да. Ну, вот, если честно, ты рад, что вот две команды попали в разные группы? Или лучше было бы, чтобы в одной группе уже там принципиально решить, и вот эта команда была. Бы, если мы были, это было бы 100% вероятность, что мы бы встретились. Вот, а так надо еще поработать над этим. Ну у вас есть как бы для этого стимул, получается, да, что пару это интересно в любом случае. А в целом ты считаешь, какая группа сложнее? Группа или группа Б? Так, сейчас надо глянуть. Ну мне кажется, что Атлетика, Кастилья, я думаю, что вторая посильнее. Вторая посильнее, да? Хотя опять же таки, да, не знаю, что это команда вот. Добро как. Вот, Поздняки, это же не будет Поздняков, да, я понял, будет когда другая. Да, будет другая команда, да. То есть еще неизвестно, какая. Да, да. Вот, я думаю, это в принципе не принципиально. Думаю, группа равная приблизительно. Хорошо, скажи, пожалуйста, если разбить матч на 4-5 минутки, думаешь, команда Банка вот лучше 5 минутки будет? Какой момент? Тяжело сказать, я думаю, что у нас это непредсказуемо вообще совершенно. То есть это. Думаю, что на первый танец как-то лучше получается. Ну, вам удачи и всего хорошего. Спасибо большое. Своей мечте, идет к своей команде, скажи, пожалуйста, ну вот сейчас уже можно сказать, что Dream Team будет держать у себя над головой кубок? Ну, не могу сказать, но я на это надеюсь. То есть уже хочется, да? То есть, конечно. Настало время, когда уже просто хочется уже побороться. Скажи, пожалуйста, в целом вот у вас пока что известны такие команды, как Добро и Окси, а четвертая команда, это будет команда, как бы, такое загадка, открытие. Ну, ты считаешь, кто является фаворитом? Нашей группы. Я думаю, у нас есть все шансы. Сокси играли, Добро, как знаю, вот сайт работали, поэтому сможем думать. Ну, конечно, группа А или группа Б сильнее? Я думаю, что группа Б будет посильнее. Группа Б посильнее, да? И скажи, пожалуйста, вот ты считаешь, если матч разбить на 4-5 минутки, какую 5 минутку ваша команда лучше всего сыграет? Во вторую. Вторая, да? То есть вот с 5 до 50 минут это ваша группа? Да. Хорошо, вам удачи, все хорошо. Тика во втором кубке тоже пойдет стартовать на победу. И уже, я не знаю, это или плюс, или минус, или усталые, или наоборот, заряженные уже смогут показать себя с более сильной стороны, как ты считаешь? Ну, я команды не знаю, как эти играют. Думаю, что, в принципе, они чуть-чуть слабее, чем те, которые в первом кубке нам выбрали. Но, конечно, мы будем уставшие, это будет плюс для них. Надо еще посмотреть, какой мы там матч играем. Если мы еще будем до этого 4 часа сидеть, то, конечно, мы будем уставшие. Будет сложно, да. Будет очень сложно. Ну, как ты кого-то известно, тебе Банка, Кастилья, еще есть. Могу только по названию, какой мне нравится сказать. Это даже надо, если кого-то нравится. Я не знаю. Но я же думаю, команды соберут состав, иначе смысл. Ну да, конечно. Это же не тур обычно. Да, да. Поэтому я думаю, будет интересно. Я тебе задал уже вопрос по поводу Атлетика первого, по поводу второго Атлетика, я считаю, что это 4-5 минутки, где вы себя покажете лучше всего. Чувствую, что мы здесь не покажемся. Клубнику на таком интимном. Заканчивайте все-таки, побеждайте, выигрывайте и забивайте побольше голов.
стиля, я помню, в прошлый раз на кубке в последний момент добегал, кто-то откуда-то там на парашюте прыгал, да, кто-то из вылазил из-под земли. Ну скажи, пожалуйста, в этот раз Кастильо приедет уже на первую игру в полном составе? Да, все будет хорошо, просто у нас сложились обстоятельства, у нас люди заболели, разъехались, и поэтому у нас был провал. То есть на этот турнир уже Кастильо будет в полном боевом комплекте? Да, конечно. Скажи, пожалуйста, с вами будет играть Банка, с вами будет играть Атлетика, которая немножко устанет после первого кубка, и, ну и команда Сечевые Стрельцы, которая является загадкой. Скажи, пожалуйста, как вы расцените свои силы? Ну, я думаю, мы вряд ли выйдем с этой группы с первого места, но, надеюсь, со второго мы выйдем. Угу. То есть однозначно выход в полуфинал? Да, конечно. Мы уже четвертый раз заявляемся, пора уже. Пора побеждать? Да. Скажи, пожалуйста, опять, который я задаю всем вопрос, если разбить матч на 4-5 минутки, где вы себя... С 5 до 10, с 15 по 20. Ничего себе, интересно, ну посмотрим, как это сложится. Ну и вам всем надеюсь уже попасть в полуфинал. Спасибо. Вам удачи, все хорошо. Ну, команда, которая умеет играть в футбол с амбициями, в 5-й лиге, они младше, может, всех, но зато они умеют побеждать. И это такая, скажите, просто это одно дело чемпионат, другое дело кубок, может, это еще кубковая команда? Ну, я могу одно сказать. Игра на мини-поле и на нашем поле 5-й лиге это две разные вещи. Да, потому что там игра намного сложнее, потому что ворота большие, поле маленькое, много голов. А вот мини... Это ваша стихия, да? Ну да, в принципе, мы начинали все с мини. То есть вы как раз там себе можете показать, реализовать и уйти домой уже с кубком? Попытаемся это сделать. То есть задача у вас не стоит просто в участии, а вот именно конкретно? Нет, мы будем играть только на первое место, понятное дело. Скажи, пожалуйста, в целом соперники вот известны вам, вот в вашей группе будут такие команды, как Добро ваше, Dream Team, Окси, ну еще что-то команда неизвестная, когда они за них пойдет. Ну, Dream Team я слышал команду. Смотрел. Да, я видел одну игру, как они играли, неплохо команда играет. Про Окси ничего, правда, не слышал. Ну, я уверен, что только сильные команды будут собираться на этом турнире, то есть будет тяжело с каждой играть. Но будет сложно, конечно. Ну, мы пытаемся что-то показать свою игру, доказать, что мы тоже сильная команда. То есть вы готовы побеждать, готовы играть? Да. Задаю всем вопрос, если вот разбить матч на 4-5 минутки, вот в какой 5 минутке вы будете, в 20-м таймере, да, в 4-5 минутки, в какой 5 минутке вы лучше всего себя проявите? На последние 5 минутки. Последние 5 минутки. У нас на последних минутах мы начинаем играть. Да, начинаем сбивать, вот победили самые такие важные голы. Хорошо, вам удачи и все хорошо. Спасибо.